Всем привет! Сегодня мы будем делать очень вкусный шоколадный крем. Диетически. Для вот любителей на Дюкане, кто любит сладеньким побаловать себя, очень все просто, вкусно, неожиданно вкусно. Берем для этого молоко 150 мл. 3 столовые ложки какао. Какао можно взять обезжиренное, тогда будет точно диетически. Такие хорошие, щедрые. Возьмите какао с меньшим содержанием жира, есть такой, вот. И все это нужно перемешать до растворения какао. Если у вас это не получается в холодном молоке, поставьте это на огонь. Так, поставили на огонь и при постоянном помешивании нужно довести массу до состояния крема. Это займет у вас буквально одну минутку. Вот сейчас быстро перемешиваем, чтобы утопить все какао. Чтобы какао все покрылось влагой. Ну, в общем, чтобы не осталось никаких сухих мест. Вы видите, все растворилось. И теперь, я, честно говоря, когда делала первый раз, очень удивилась, что начинает загустевать буквально вот с первых бульков. Никуда не отходим, все время помешиваем, чтобы ничего не прилипло, не пригорело. От этого будет зависеть вкус вашего крема шоколадного. Вот, начинает побулькивать. И здесь уже не останавливаясь, все время перемешивайте. Начинает густеть прямо на глазах. Все, буквально сейчас вот в таком режиме 30 секунд. Тщательно перемешиваем, увариваем слегка. Все, выключаем огонь, продолжаем помешивать, потому что дно кастрюли толстое, оно еще горячее, поэтому продолжаем помешивать. Вот видите, оно такое достаточно густое. Такой, как горячий шоколад. Когда начнет остывать, он еще больше загустеет. Так, теперь мы эту массу перельем в миску. Лучше так. Переливаем в миску, где это будет остывать все. Подсластить вы можете или стевией, или сахарозаменителем. Я возьму 4-5 таблеточек. Нужно их истереть в порошок. Делается все это очень просто. Двумя ложками я делаю прям за секунду. Все, готово. Не думайте в надежде, что вы в горячий шоколад бросите таблетки, и таблетки растворятся. Они растворятся до половины и будут такими кусочками плавать. Тщательно перемешиваем. Вот на этом этапе вы можете добавить ваниль, вы можете добавить, если вы какой-то там алкоголь, типа Бейлиса, коньячок. Ну, в общем, я делаю такой прям диетический. Это все у нас на белковый день. Ждем, когда остынет. И я брошу, пока не остыл шоколад, я сюда брошу несколько кристалликов крупной соли. У меня вот такая крупная соль. В кондитерские изделия я всегда соль добавляю. Вот такой барчик красивый. Это вот Веломора. И закат потрясающий. Шоколад остыл. И берем вот такой сливочный сыр. Это может быть Филадельфия обезжиренная, это может быть любой другой свежий сыр. Творожный сыр, будем так называть его. Так, и я сюда добавлю 2 столовые ложки с горкой. Ну, то есть, если вот так вот брать, то, наверное, все 3. Вот так. Это, в общем, где-то, наверное, полпачки. Полпачки я оставляю намеренно. Следующее видео у нас будет, это намазка тоже, но уже будет не сладкое. Сейчас у нас видео для сладкоежек, а следующее будет для любителей чего-нибудь поострее. Все, теперь этот сыр мы вбиваем в шоколад. Очень хорошо все это сделаете, чтобы получился такой крем. Так,
Крем готов. Вот такой он сейчас, после только вот только я его приготовила. Вы знаете, я делала с греческим йогуртом, даже я бы не сказала, что он был очень густой, он там такой жидковатый получился. Если у вас есть такой прям густой, вот знаете, такой вот, который берется ложкой вот такими кусочками, то сделайте с йогуртом нежирным. Вот, и вот я предлагаю... Вот с рулетом, даже не буду рассказывать, что за рулет, но ссылочку оставим. Я его делаю все время, на белковые дни, просто вот для гостей. И вот так вот с этим рулетиком. Вы знаете, девчонки, даже можете вот начинку использовать этот шоколадный крем. Будет просто замечательно. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Всем пока!